Во-во-во-во! Не. Не? Серега, ну ты специально делаешь, чтобы не, а я хочу да. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Dark Dragon, The Robit, Quest, No Trade, Ванек, Хунзел, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы будем выживать на воздушной плите. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживание. Ну что, пацаны, все прошу на воздушный корабль под названием плита. И сразу скажу, что старайтесь держаться середины, выживание началось. Все, погнали. Не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Короче, самая лучшая тактика — это держаться с середины. И, кстати, хочу еще сказать, ребята, что эта карта настолько большой высоты, что мы будем лететь очень долго. Ну, кто-то упадет. Так, короче, знаете, что, Серега, надо нам делать? Да. Провокацию, да. Нападения. И мы с тобой должны остаться вдвоем. Да, я хитрый жук. Смотрите, как всегда, ребята, классно. Запасайтесь печенюшками, всякими вкусняшками, потому что ролик предстоит очень веселый и угарный. Давай, давай, давай. Эй, а чё мне в шарик дамажит? Так, мы пролетели всего третью часть карты. Если это был бы Биг Сити, мы бы уже до конца долетели. И что, никто не упал? Пока нет, пока все стоят. Вот, блин, я еще взял Чику, ты вонючая, она медленная. А я взял сломанного Бонни. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да блин, Бенди. Серега, ну блин, а! Я упал последний. Серега, ты что, выиграл? Да, я выиграл, получается. Блин, Серега, это очень честно с твоей стороны. 3, 2, 1. Выживалочка пошла. Вот это скорость! Уже кривовато. Эй-эй-эй, Сережечка. Короче, напишите, ребята, в комментариях, сможем ли мы хоть раз за всю эту серию долететь до края карты. Я думаю, что сможем. Давайте сейчас, ребята, именно сделаем, чтобы мы все долетели до края карты. Давайте все середины старайтесь держаться возле шарика центрального. Тогда мы сможем сбалансировать как-то. Во-во-во-во. Не? Серега, ну ты специально делаешь, чтобы не, а я хочу да. Мы даже в тот раз не пролетели четвертой части карты. Она просто высокая настолько, что мы будем еле землю видеть. Потому что эта карта сделана для самолетов. Да, для самолетов и вертолетов. Боевые действия здесь можно. Наверное, нам будет, Серега, записать здесь боевые действия вертолетные. Да. Вертолетные, артиллерию, танки, пушки, много чего другого. Смотрите, как все бегают и не хотят падать вниз. Я тоже не хочу падать. Но я буду держаться середины. Все бегают туда-сюда. Я буду стоять. О, кто-то взял марионетку, которые по воздуху летают. Видите, как они все бегают по кругу, а я просто смотрю и угораю. Но держись середины, потому что середина — это середина. Когда вы можете упасть и не упасть. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Да кто это делает? Вы наклоняетесь сильно. Серега, ты за какого аниматроника играешь? Я на этот гонник. Ты взял... А чё ты провалился? Чего? Что за магия вне Хогвартса? Серега, ты провалился... А чё за бред? Ты не должен был проваливаться. Я видел, как ты просто как терминатор улетел вниз. Терминатор-убийца. Киборг-убийца. Полет нормальный. Так, ребята, мы уже долетели больше половины карты. Смотрите, просто небо уже. Ничего не видать. Давайте я вам покажу, ребята, насколько здесь большая высота. Уже небо не видно. Осталось чуть-чуть, ребята, и мы сможем долететь до самого края. Еще осталось 10 секунд где-то, может 15. Кстати, обратите внимание, что плита разогналась, и мы уже прям хорошо, быстро летим. Серега, нас видно еще снизу? Да, видно. Вот, это челик пытается телепортироваться к вам. А это зря. Да, зря. А сколько людей упало? Нас осталось 5 человек. Да, трое упало. Все-таки я надеюсь, что кто-то еще упадет, но не я. О, блин, тоже, Серега, чуть опять тоже сквозь плиту не пролез. Блин, я не знаю, я бы так и до сих пор держался. Нельзя держаться, надо падать. Ого, сейчас будет Серега падать.
Сейчас будут люди падать. О, наклоняется уже, наклоняется, сейчас упадут. Нет, Серега, нет! Я хочу еще! Балун бой остался вроде последний или кто-то. Офигеть, ну это же нечестно. Я за эндоскелетушку. Он очень быстрый. Серега, ты какого аниматроника взял? Я не менял, я до сих пор играю этот. А, ну смотри, чтобы опять не провалился. Эй, тихонько, плита все наклоняется. Че, в этот раз мы долетим до конца карты? До конца? Не знаю. Это надо спросить у тебя, Дима. Ну я не знаю, я-то хотел, а вы не дали мне. А вернее, у плиты надо спросить, как она себя поведет. Плита, дай долететь. Не дам. Я буду, короче... Да не дай! Толстые аниматроники выживают на плите. Что за дыр? Тихо! Нет! А ну блин, говно, плита! Я стал... Я последний упал. Ребята, наконец-то я хоть чуть-чуть выжил. Так. Я был эндоскелетушкой. Так, ставлю еще одну плиту. Третье выживание было неуспешным. Сейчас, надеюсь, будет все хорошо. Где наш дубликейшн? А сколько выживаний будет вообще? А я не знаю. Я хочу, чтобы все-таки была эта серия, когда мы все выживем. Желтая плита более счастлива. Так, ну что, пацаны, готовы? 3, 2, 1. Выживалочка началась. А я бегаю законченную марионетку. Кстати, я могу маску снять. А не, ничего, это не снимается. Это другая марионетка снимает маску. Да. Так, бегаем. Ты взял эту Nightmare, да, марионетка? Да. А я взял этого SDKF Jack. А, я понял. Какие-то матюки говоришь нам тут. Посмотри, как он... А чё он так двигается странно, руки в боки? Анимации нету даже бега. Ребята, ну вы сейчас так бегаете, и мы свалимся опять. Надо очень осторожно бегать. По кругу, да, я так понимаю, надо, Серега, бегать, чтобы выживать на этой плите? Да. Давай. Я вас верю, пацаны. Кажись, его коронной формы бегать. Стоим так, себе. Нас же 8 человек. Да, можешь да. По углам распределиться по 2 человека. А я вижу, что мы сейчас сольемся опять. Только наклоняется плита, сразу в другую сторону бегите. И тогда вот такой будет баланс таким образом. Да. Было бы прикольно, да, на ребре плиты выживать? Это вообще... Это как Титаник, который пополам сломался. И на него садишься. У меня самая лучшая тактика. Стоять посередине и смотреть, как пацаны бегают. Эй, вы сейчас опять наклоните чересчур. Сразу в другую сторону бегите. У этой плиты есть инерция. Кстати, он очень... О, кто-то упал. Кто-то упал, да. Раз, два, три. Уже двое упало, Серега. Осталось... Да, 6 человек. Я до сих пор стою, Дим. Я вижу. КСФГНДЖ. КМНАВ. Так, ну что, давайте все-таки, ребята, попробуем долететь до края карты. Очень хочется посмотреть, что с этого будет. Если мы долетим до края карты, выиграют все. Победит дружба. Да. Хотелось бы, чтобы победила дружба. Но я вижу, что это может не получиться. Надо прям быстрее перемещаться от края до карты. От края до края. Так, молодцы. Ай, блин, дамажит. Да шарик дамажит. Он какой-то этот, сильно такой дрожащий. Спокойно. Буду вам помогать. Сразу, когда угол этот поднимается, сразу бегите на противоположный. Во. По кругу. О, кстати, вот, хорошая тактика. Бежать по кругу. Отлично. Че, еще никто не упал? Не, пока. Молодцы. Самые лучшие. Так, ребята, мы уже больше половины поднялись, и это означает, что вот-вот и финиш, когда мы все победим. Челлендж. Попробуй подняться до края карты. Эй, почему? Ну, какой-то тяжелый аниматроник порит всю игру. Жирный какой-то из нас. Так. Быстрее сюда. Мне интересно, если одному быть на плите, возможно подняться на самый верх? Можно. Ну, равновесие будет тяжело это соблюдать. Не, ну по кругу так само, да, наверное, бегать? Пока инерция плиты соблюдается. Как псина, я понял. Дима, четверо уже упали, и четверо остались. О, ребята, остались самые умные и прохаванные аниматроники. Давай, пацанчики, молодцы. Давайте попробуем по углам распределиться, давайте для прикола. Да.
Так, я стою на самом краю. На самом... Все, так и стой, так и стоим, ребята. Отлично. Ребята, у нас получилось. Край карты. Край карты. Ну что, давайте битву попробуем сделать. Каждый друг против друга. А я ж не смогу... Ах ты жопа, Сережка. Всех убил, да ладно. На тебе тогда тоже падай вниз. Мой труп летит вместе с тобой. Я всех замочил, на-на-на-на-на. Прикольно получилось, мне понравилось. Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, в Инстаграме, в ТикТоке. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Как всегда.